Дорогие друзья, дорогие ветераны, я очень рад этой возможности поздравить вас с праздником Великой Победы. 64 года назад страны антигитлеровской коалиции разгромили фашистскую Германию. Закончилась самая страшная война в истории человечества. Для меня и моей семьи День Победы всегда был особым и личным праздником. Мой отец Джозеф Байерли считается одним из немногих американцев, который сражался и в рядах американской, и советской армии во время Второй мировой войны. Он был десантником, он участвовал в открытии Второго фронта в Нормандии в июне 1944 года, но, к несчастью, он попал почти сразу в плен к немцам и там побывал 6 месяцев, пока в январе 1945 года он не совершил побег, и ему удалось присоединиться к русской бронетанковой части. Отец всегда мне рассказывал, как тепло его приняли, как его кормили, он был совершенно голоден, как ему дали даже автомат, когда он был беззащитен, и как его излечили, как ему спасли, собственно говоря, жизнь, когда он попал тяжело ранен. Благодаря этим рассказам отца я лучше, чем многие американцы, понимаю, сколько стоило вам, русским, советским народам, эта победа. И я понимаю, что это было наше общее дело, что вместе союзники, Америка, Россия, Великобритания, сделали великое дело. И я бы хотел сегодня, чтобы россияне, чтобы американцы никогда не забыли о том, что вместе для нас нет ничего невозможного. Пусть это будет хорошим символом для нашего партнерства и сегодня. Как сказал ваш великий поэт Евтушенко, мы помним тех, кто воевал, кто нас на Эльбе повстречал. И мы, американцы, этой памяти верны. С праздником я вас поздравляю. Спасибо.